Всем привет, мои хорошие, с вами Катя, это канал Джиджи Фэмили, это парк юрского периода. Мы уже проходим первый эпизод. На той серии мы остановили, что нам вызвали машину до туристического центра, и мы, собственно, к нему приехали. Но еще немножко мы попрактиковались в испанском языке. Так, мы тут уже подъехали к туристическому центру. На этом мы завершаем нашу экскурсию. Не забудьте посетить сувенирный магазин по дороге домой. Полный беспорядок. Пошли. Опа, вертолет. Эй, кто-нибудь может нам помочь? Тут вообще какой-то ужас произошел. Есть тут кто-нибудь? Что случилось? Где все? Корабль еще не привез остальных, наверное, на море неспокойно. Тут как бы все в кровище. Джесс, тебе лучше остаться с нашей пациенткой. А я пойду осмотрюсь, хорошо? Хорошо, но почему ты так говоришь? Кто-то пытается с нами связаться, верно? Это из системы оповещения. Должно быть, они передают по аварийному каналу. Сейчас я найду его. Так, чья-то лапа. Это серповидный коготь на втором пальце. Велоцираптор. Что, черт возьми, здесь произошло? Здесь ничего. Ого, сколько у нас комнат. Так, а мы где, собственно, находимся-то? Так, мы вот здесь, да, получается? Как бы логично думать, что это на втором этаже. Что случилось? Подожди. Вот это бардак. Ага, здесь есть рация. Могу я помочь? Есть! Попробуем настроить канал. Угу. Алло? Это Джерри Хардинг, главный ветеринар. Я знаю, кто вы. Я Лора Соркин. Надеюсь, вам понравилась поездка. Доктор Соркин, вы еще на острове? Мы застряли в полевой лаборатории. Дорога размыта, телефоны не работают. А у вас что? Мы видели тираннозавра на экскурсионной дороге. Нам с дочерью повезло, что мы выжили. Вы знаете, что происходит? Ночью отключилась система безопасности. Естественно, в парке начался хаос. Похоже, Хэммонд уже эвакуировался. Не думаю, что он специально бросил нас здесь. Нет, конечно, я попытаюсь связаться с Большой Землей, и они пришлют вертолет. Но сначала, доктор, у меня тут женщина, ей очень плохо, похоже, ее укусили. Но я не могу распознать укус, чтобы это не было, оно ядовито. Ядовито? Там рваная рана, укус гидродонтного вида, ширина челюсти около 20 сантиметров? Похоже на то. А ее глаза, белки изменили цвет? Глаза пляшут? Да, точно, именно так. Черт, у вас мало времени, у нее начнутся конвульсии, а потом она уже не очнется. У вас есть карфентанил? Карфентанил. Опиоид? Нет, я сам людей не лечу, но какой от этого будет? Нет времени объяснять. Четверти кубика хватит. Доктор Соркин, при всем уважении, эта доза ее убьет. Доктор Хардинг, вы должны мне поверить. Чтобы нейтрализовать токсин, нужен мощный транквилизатор. И поторопитесь, если хотите, чтобы она выжила. Хорошо, хорошо, может в лаборатории. Погодите, дротики с транквилизатором. У них катарфин. Может получится. Сделайте ей укол и побудьте с ней. Когда ее начнет трясти, держите крепко.
Но это разве не опасно? Пожалуйста, просто делайте, как я говорю. От этого зависит ее жизнь. Когда дадите транквилизатор, вызовите меня на этом канале. Сделаем. Нужно перенести эту женщину, чтобы оказать ей помощь. Дротики, да, я слышу, они в машине. Сейчас принесу. Хорошо, но послушай, если услышишь или увидишь что-нибудь, не рискуй. Сразу возвращайся. Не беспокойся, я все сделаю. Какая-то боевая девочка. Ладно. Это что такое? Опа, тут уже кто-то проходил. Блин, не успела чуть-чуть. Быстрей! Просто быстрей возьми уже. Папа, ты где? Джесс, беги отсюда! Что? Ничего себе! Это как он сюда попал? Как он сюда зашел? Там в машине же есть этот... Короче, дротик есть. Он тебя видит только когда ты двигаешься. Ты как, солнышко? Я в порядке. Только не попадайся ему на глаза. Блин. У нее еще конвульсии начались. Ей становится хуже. Нужны транквилизаторы. Папа, я могу достать дротики. Нет, Джесс, уходи оттуда. Я тебя не брошу. Тише, тише. Стой, не шевелись. Вы ведь долго так не продержитесь, да? Да. У нас таймер идет. Что надо делать? Что делать? Что? У нас, блин, на время идет. Нужно что-то посолиднее. Что именно? Доктор Соркин, нам нужна помощь. Вы сделали ей укол? Нет еще, но... Я теряю ваш сигнал, попробуйте вызвать через несколько... Вот же... А, тихо там! Нет-нет-нет, не то, не то, не то. Там увидела я на колонии что-то было. Ему на это вообще пофигу. У нас идет время, идет время, идет время. Чтобы я смог попасть в него. Вот, я увидела. Так, и что это нам дает? Что нам это дает? Что нам это дает? Давай, давай, давай. Так, ладно, переключаемся на девочку. Тут мы, походу, ничего не можем делать. Так, Джесс, где ты? Так. Дальше.
Нам надо все ближе, ближе и ближе подходить. Сейчас. А, сейчас. Где переключиться? У меня уже паника начинается. Давай. Сейчас должен попасть. Давай, 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 давай. Сейчас попали. Надо бежать. Девочка, беги, 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 как раньше не бегала. Ну... вот они, дай мне дротики. Сейчас держи ее. Что-то все трясется. Да нет, ну пожалуйста, туда сделать. Да ты издеваешься? Это невозможно! Эй, ты чё? Куда нажалась? Ты чё нажалась-то? Блин, как там попасть так быстро, я не понимаю. Надо попробовать еще раз. Ой, сейчас смогла. Будь я проклят. Как бы вас сейчас тираннозавр может сожрать-то? В окно! Интересно, как он внутрь зашел, ничего не сломал. Джесс, не высовывайся, Джесс! Держись крепче! Да почему? Да ладно уже. Падай. Просто отпусти, милая. Все нормально. Послушай меня, дорогая. Я собираюсь сосчитать до трех. Ты должна отпустить. Я поймаю тебя, хорошо? Давай. Один. Ага, один. Папочка. Папочка. Да блин, я... Да как так... Ты издеваешься, что ли, надо мной? Так давно бы уже выстрелил бы в него. Ох, ну и замес тут, конечно. А! Она, блин, на него плюхнулась. Стреляй быстрей. Сейчас убьют, блин, дочку. Сколько же на него надо-то? Давай, солнышко, я держу тебя, ножи! Вот так. О! Это он разнес тут все. Самое главное, не двигайтесь. Где же сигнал? Я теряю этот сигнал.
Доктор Соркин, я слушаю, что происходит. Вы видите нас возле туристической машины на видео? Нет, камера вышла из строя. А зачем? Мне нужно, чтобы вы завели туристическую машину. Я не понимаю. Доверьтесь мне, пожалуйста, заведите машину. Хорошо, держитесь. Ему три транквилизатора не помогли. Он даже не свалился. Он ушел. Хорошо. Пап? Да, что? Я видела достаточно динозавров. В таком случае едем домой. Эй, вы эту-то испанку не забудьте. Пошли, я должен позвонить. Вот это он дал, конечно, прокакаться. Было очень сложно и страшно. Как давно это произошло? Мы нашли вас вчера вечером. Мы чуть вас не сбили. Что ж, а кто это Марикита? А Марикита, это никто, просто слово. Ох, я так плохо знаю испанский. Я пыталась говорить с вами в машине. Я думала, что вы пытаетесь убить меня. Оказалось, что у меня хромает грамматика. Так, о чем мы говорили? Помощь уже в пути. В комнате управления беспорядок, но телефоны работают. Эй, вы выглядите лучше. Помощь в пути? Инген отправил спасательную команду. Вертолет скоро будет здесь, чтобы увезти нас на материк. Мы отправим вас к нормальному врачу, а не к ветеринару. Спасательной команды Инген? Мои вещи, у меня была сумка. А, вот она. Так, этот укус на руке, что произошло? Что-то в джунглях. Говорите не спеша, начните с самого начала. Я делаю ремонт. Они позвали меня, потому что я лучшая. Вы знаете что? У меня нет на это времени. Тише, тише, успокойтесь, спокойно, не двигайтесь так резко. Не будет никакого спасения. Не для вас. Ты офигела, что ли? Офигеть, вот спасай вот так людей, мы ее зацепили, она еще на нас ствол. Жесть. Так, ну, уже второй эпизод мы начнем в новой серии. Вот такой вот замес. Очень интересная, на самом деле, игра. Правда, она смотрится как кино. Только вот кнопочки бы еще успевать нажимать вовремя, а не мискликать. Ну, бывает такое. Очень интересная игра. Мне прям понравилось. Правда, смотрится как фильм. Ну что ж, давайте тогда на этом закончим. Уже начнем со второго эпизода «Подмога». Узнаем, застрелит ли эта испанка нас или нет. Выберемся мы ли вообще оттуда. И что в конце концов-то происходит в этом зоопарке. Почему вдруг резко все так отключилось? Динозавры ходят где хотят, делают что хотят. В общем, ребятки, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии. Также не забываем делиться этим видео в соцсетях, вступать в наши группы, все ссылочки в описании. И не забываем нажимать на колокольчик. Так что всем спасибо, всех люблю. Пока-пока.